Раф, что символизирует разбиение скрижалей? Это не важно. Разбиение скрижалей, разбиение храма, общее разбиение, грех древопознания — это все то же самое. Есть ли определенный порядок, что вначале разбиение скрижалей, и почему именно это привело к тому, что мы удостоились Торы? Потому что это относится, соответствует тому, что не хотят реализовать Тору. Тора вся говорит, возлюби ближнего как самого себя, это великое правило в Торе. И тогда получается, что если мы не хотим заниматься этим, то нам не нужна Тора, мы отталкиваем ее. Поэтому Моше, сила бины, разбил Тору, то есть разбил скрижали, потому что мы как бы народ, который находится внизу и должен хотеть прийти к уровню отдачи, не желает этого. Поэтому не нужна Тора, потому что Тора предназначена только для того, чтобы дать нам силу отдачи, только чтобы соединить всех нас вместе. И порядок всегда такой, что после разбиения, разрушения удостаиваются Торы? То есть порядок, что вначале есть разрушение? Нет, разбиение скрижали само — это основа, это корень всех разрушений. Вот так. Это самое большое разрушение, корневое. Когда не хотят заниматься соединениями между собой, а вместо этого делают там какой-то материальный культ, и тогда Моше разбил скрижали. Праздник материальный. С одной стороны, а с другой стороны, это было исправление тоже, потому что благодаря этому можно действительно прийти к исправлениям, когда народ действительно примет их условия для получения первых скрижалей были очень тяжелые, народ не мог принять первые скрижали, то есть эти тяжелые законы объединения. Поэтому при разбиении скрижалей раскрылась очень большая слабость, которая есть у людей в этом мире, заниматься объединением и отдачей. Поэтому благодаря разбиению скрижалей, когда раскрылся большой недостаток и разрыв большой между тем, что который есть между людьми в этом мире и духовным требованием жить в духовном мире, в силах отдачи, в высшем мире, разрыв между двумя мирами, тогда, благодаря тому, что раскрылось, что они не способны на этот уровень, простой народ. Когда Моше увидел это, он разбил скрижали, это было исправлением. Это не то, что кто-то просто так разозлился и понервничал и разбил скрижали. А разбиение скрижали — это великое исправление, и тогда мы можем подойти к этому постепенно, друг за другом, и исправить наше эго в серии состояний, последовательности состояний, и так мы будем продвигаться к добру. Как сейчас, допустим, когда мы находимся, не можем сразу выдержать эту пандемию. Мы будем это делать в течение долгого времени, многих-многих лет, в течение разных страданий, ограничений. Да, это вся наша история такая, поскольку мы не смогли это сделать сразу. То есть мы опускаемся в этот мир тоже все время находится в таком свободном падении, якобы свободном.
И так мы раскрываем нашу природу, пока не приходим к состоянию, когда каждый человек, прежде чем входит в духовное, обязан пройти состояние, когда лучше мне смерть, чем такая жизнь.